каким окажется наше будущее? Обретем ли мы гармонию с природой или, напротив, окончательно утонем в технологиях? Deus Ex дает однозначный ответ. Будущее — это киберимпланты, позволяющие преодолеть слабость человеческого тела. Волшебные железки слепым возвращают зрение, безногим — возможность ходить. Они делают нас быстрее, сильнее, выносливее. Но вот лучше ли? Счастливее ли? И это только пара вопросов, которые задает Deus Ex Human Revolution, приквел знаменитого умного шутера. «2027 год. Нанотехнологии стремительно обретают популярность. Общество раздирает надвое. Одни считают импланты злом, твердят о недопустимом вмешательстве в тайны мироздания. Другие мечтают улучшить себя, говорят о прогрессе и принципиально новом уровне развития. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи». Сюда же примешиваются интриги, которые плетут военные, правительства, большие корпорации, террористические ячейки. Игра, как и оригинал, размышляет на многие темы. От антиутопии и трансгуманизма до коррупции и моральной ответственности. И при этом также остается классным шутером с элементами RPG. Мы играем за Адама Дженсена, отвечающего за безопасность Serif Industries, биотехнологической корпорации, производящей импланты. Компания готовится объявить о грандиозном открытии, как на ее главный офис нападают неизвестные. Погром был страшный. Адама пришлось буквально по кусочкам собирать. В результате он против своей воли стал жестянкой. Именно так обычные люди прозвали усовершенствованных киборгов. Поначалу мы пытаемся выяснить, кто стоит за атакой на офис и каковы их цели. В дальнейшем все трижды поменяется, запутается и переменится. Если хотите как следует во всем разобраться, советуем почаще включать телевизоры, читать электронные газеты и взламывать чужие компьютеры. Хакинг, ко всему прочему, представлен в виде занятной мини-игры. Нам необходимо захватить ключевой узел системы безопасности до того момента, как антивирус блокирует нашего червя. Позволено сбивать защитную программу с толку, повышать собственную устойчивость к сканированию. А получится прихватить особые разделы, дадут кредиты или другой бонус. Взломать можно и турели с камерами, что заметно облегчит продвижение. Это особенно понравится любителям прятаться в темных углах, ползать по вентиляционным трубам и убивать из-под тишка. Стелс, кстати, лишь один из вариантов прохождения. Часть заданий, например, дают выполнить мирным путем. Если, конечно, получится правильно выстроить диалог с какой-нибудь охраной. Не выйдет договориться — не беда. Всегда доступен проверенный дедовский способ. Напролом с криком «Ура!». Human Revolution запросто играется как бодренький шутер с укрытиями на манер Gears of War. Выбор остался главной фишкой — драться или обойти, забраться на крышу или вступить в ближний бой, откликнуться на просьбу и взять побочное задание или отказаться. Многие решения напомнят о себе в будущем, хотя бы в беседе с каким-нибудь персонажем. «Ты отказался выполнять приказ и свалил это на меня!» Здешней нелинейности, в принципе, могли бы позавидовать многие RPG. Как и главному герою, которому сопереживаешь не хуже, чем командору Шепарду. Как и прокачке, которая опять-таки не уступает Mass Effect. Есть аугментации или импланты, различные стабилизаторы прицела, система Тайфун, стреляющая мини-бомбами, монитор скрытности. Почти везде свое подменю и несколько дополнительных улучшений. На приобретение тратятся очки Praxis, которые даются по мере накопления опыта или покупаются. Естественно, не забыты апгрейды для оружия. Их проще всего купить в магазине. Сочетанием жанров сегодня, конечно, никого не удивишь, но Deus Ex вновь показала, как это нужно правильно реализовывать. Впрочем, без шероховатости не обошлось. Битвы с боссами не сбалансированы, некоторые диалоги простовато оформлены, свою лепту вносит и русская озвучка. Где-то эмоций не хватает, где-то наоборот, перебор. «Ну, твою ж мать!»
Это ж капитан самолично. Также стоит приготовиться к не самой лучшей оптимизации, к долгим загрузкам в случае гибели. К обычной графике и обилию золотого цвета, эдакой стилизации под искусство эпохи Возрождения. Кого-то еще смутят быстрые смерти в качестве наказания за тактические промахи и непривычное управление на PC, когда за прицел по умолчанию отвечает средняя кнопка мыши. Зараза! К Deus Ex Human Revolution по определению предъявляются высокие требования, но игра соответствует большинству ожиданий. И что очень важно, ее не хочется сравнивать с тем, что было. В нее хочется просто играть и наслаждаться.